Лёва и мультфильм. Привет! Привет! Смотри, грузовичок Лёва привёз большую круглую коробку. Открываю. Здесь игрушки. Кораблик. Еще один кораблик. Один, два. И нас вытащи, и нас. Утенок, привет. А вот друг утенка, кит. У него вот здесь должен виться фонтан. Кто у нас остался? Посмотри. Я бегемотик. Зеленый бегемотик. Очень красивый. Все эти игрушки очень любят плавать. Нам нужна речка, кря-кря. Или море. Или озеро. Уже везу. Прекрасное море, Лёва. Подвиньтесь. Волны! Плыви, утенок! Кря, 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 кря! Давайте за мной! Давай поможем китенку. И бегемотику. Цепляюсь. Прицепился. Плыви, утенок. Паровозик. Здорово. Ой. Паровозиком. Эй-эй-эй, не хныкать, пожалуйста. Кораблики не могут плавать паровозиком, зато они могут плавать на перегонки. Подплывай, мы тебя привяжем. И тебя привяжем. Поставим вас на старт. Внимание! Марш! Плывите! Кто быстрее? Финиш! Поймала! Мне с берега. Это мы. Мы не можем проехать в гараж из-за вашего моря. Точно. Таю и скорая помощь оказались на одном берегу, а их гараж на другом. Нужно построить мост. Подождите, я привезу детали. Мост? Не бойтесь, мост не помешает вам плавать, а вот машинки смогут по нему ездить. Давай посмотрим мультфильм про то, как Лёва
ездил по мосту. Разноцветные машинки едут по дороге. А это скутер и внедорожник. Они едут на перегонки. Джип вырывается вперед, но скутер снова его обгоняет. А это грузик. Он везет коробку. Грузик, впереди мост. Осторожно. Ай! Джип толкнул грузика, и коробка упала в воду. Что же делать? Привет, Лёва! Ты знаешь, как достать коробку? Лёва, новичок, любознательный, веселый, разноцветные детальки в кузове везем. Лёва, грузовичок, к нам с тобой приехал снова, с нами новую машинку Лёва соберем. Смотри, у Лёвы в кузове новые детали. Это похоже на корпус подводной лодки. Прикрепим рули к задней части лодки. Сверху поставим башню управления. Иллюминаторы по три с каждой стороны. Большой нос из стекла. А это винт. Он нужен для того, чтобы лодка могла плавать под водой. Снизу у лодки манипулятор. С его помощью мы достанем коробку. Почти готово. Осталось найти перископ. Перископ – это специальная подзорная труба на подводной лодке. Лёва, посмотри внимательно. Где здесь перископ? Ковш? Колесо? Правильно! Вот он! Теперь подводная лодка готова. Большой кран поможет нам спустить ее на воду. Грузик, не грусти. Сейчас мы достанем твою коробку. Подводная лодка погружается. Смотри, вот же коробка. Манипулятор ловко поднимает коробку. Грузик, у нас получилось. Спасибо тебе, грузовичок Лёва. До новых встреч. Интересно, а что было в коробке у грузика? Вы досмотрели мультфильм? Я уже приехал.
поможем Леве разгрузить кузов. Он привез нам домино. Там какие-то машинки. С одной стороны яркая машинка, а с другой стороны тень. Я поняла. Мы должны отгадать, чья это тень, и правильно соединить детали. Тень Капу и сам Капу. Тень бетономешалки и яркая картинка. Кря-кря, бетономешалка. Тень пожарной машины. И пожарная машина. Мост готов. Можно ехать. И я поеду. Эвакуатор, пропусти, пожалуйста, Тайо. Бип-бип, спасибо. Мой гараж. Знаешь что? Если построить второй мост, машинам не придется ждать. Держи, снегоуборочная машина и тень полицейского автомобиля. Первая деталь и вторая деталь. Это тень грузика. И тень экскаватора Капу. Эвакуатор может вести розовую машинку в автосервис. А Поле едет в другую сторону. Остановка автосервис. Отличные мостики у нас с Левой получились. Вы можете плавать, а машинки могут ездить. Ты можешь сделать дома такой же мостик. Или посмотреть другую серию передачи «Грузовичок Лева» и мультфильм. До новых встреч! Пока! Лёва и мультфильм. Привет! Смотри, какая у меня красивая коробка! Давай вместе откроем ее! Ух ты! Это... автобус Тайо. Он голубого цвета. У автобуса есть фары и двери. Тайо перевозит пассажиров. О, там еще кто-то есть. О, Рогги! Он тоже автобус зеленого цвета. Рогги и Тайо – друзья.
Еще в коробке есть лопата и лейка. Интересно, зачем они нам нужны? Мы можем вырастить овощи! Точно, Тая! Для этого нужно вскопать грядки и посадить семена. Ух ты! Готово! О! Семена! Роги, помогай! Вот так! Еще одну! Эту сюда! Замечательно! Теперь надо все полить! Вырастут овощи! Автобусы вырастили замечательный урожай! Здесь есть капуста, она зеленого цвета, тыква оранжевая, фиолетовые баклажаны и желтый сладкий перец. Я очень люблю овощи! В них много витаминов! Скорее, собирайте все! И последний перчик. Молодцы! Все это нужно отвезти в магазин. Ой, ой, как тяжело! Ой-ой-ой-ой! Овощи очень тяжелые. Тая не справляется. Здесь нужен грузовик. Но где его взять? Я знаю, я знаю! Скоро вернусь. Пока Тая едет за грузовиком, мы послушаем веселую песенку про овощи. Расцвети, как
Это же пазл! Колесо. Еще одно. Бампер и рот. Похоже на кузов. Эту деталь сюда. А глаз будет вот здесь. Кажется, чего-то не хватает. Ты прав. Не хватает еще одного глаза. Здесь нет. Тут тоже. Нашел! Нашел! То, что нужно. Это пазл грузовичок Лёва. Ой, грузовичок Лёва! Привет! Всем привет! Поможешь нам отвезти овощи в магазин? Конечно! Ура! Грузик, привет! Какой у тебя большой магазин! Большое спасибо! А мы привезли тебе свежие овощи! Лёва, заезжай! Отличная работа! Разложим овощи на свои места. Замечательно! А вот и покупатели! Чем я могу помочь? Мне нужна капуста и баклажан! А я хочу печенье! Вот печенье. С вас 6 копенагов. Держи 10. Спасибо. Ваша сдача 4. Большое спасибо.
Приезжайте ко мне еще. Конечно! Лёва, как вовремя мы привезли овощи в магазин. Ты прав, Фёдор. Еще раз большое спасибо, ребята. Не за что. Пока-пока.